служба судебных приставов проводит информационную кампанию «Узнай о своих долгах». Накануне специалисты оборудовали выездное рабочее место в торговом центре «Меркурий». Граждане могли подойти к столику судебных приставов и выяснить, имеются ли у них какие-либо долги, штрафы ГИБДД, задолженность по алиментам, кредитным, коммунальным и другим платежам. В ходе акции «Узнай о своих долгах» приставы и исполнители дали разъяснение гражданам и вручили памятки и буклеты. Раздаем такие памятки, где указано, где должник может ознакомиться со своими производствами. То есть зарегистрироваться на сайте fssp.rus.ru, где он может узнать, сколько у него исполнительных производств, какие долги у него имеются, на какую сумму. И на этом же сайте можно их и оплатить. Там имеются реквизиты, где он может оплатить свои долги. Также на официальном сайте ведомства можно узнать, какие меры приняты по тому или иному судебному производству и наложены ли аресты на имущество должника. Узнать о своих долгах или погасить их гражданин сможет только в случае, если будет зарегистрирован на сайте. Пройти эту процедуру жителям города помогали судебные приставы в ходе проведенной акции.